Всем привет! Сегодня у нас 18 ноября 2015 года. Вот решил снять котят, как они играются. Эти котята живут у меня на работе. Вот два котенка. Вон там еще один котенок играется возле коробки. Другой котенок залез в коробку. Такие смешные они вообще, прикольные. Поближе их покажу. Четыре котенка, короче, живут на работе у нас. Но они уже молоко не пьют практически, уже едят такую еду, там всякие китикеты им даем для котят. Вот не знаем, куда их девать, куда их надо куда-то раздавать. Там собираются оставить только одного котенка, а троих надо еще куда-то отдать, кому-то раздать. Но пока на примете никого нету, кому можно отдать котят. Посмотрите, какая лапочка. Какой милый котенок. Весь в стружке, испачкался. Вон лоток там у них. Но они такие чистоплотные, ходят в туалет в лоток. И никто их этому не учил, сами как-то научились. Ну, видите, такой маленький, он ходит в лоток, писает. Вот такие вот смешные котята. Вот они творог едят. Творог любят, творог. Китикет для котят. Еще котенок. Короче, 4 котенка у нас живут. Играются друг с другом. Бегают. Бежал под стол один котенок. Ну ладно, всем счастливо, всем пока и до новых встреч.